Всем привет! Итак, в этом видео мы поговорим о такой ситуации. Что делать, если вдруг пропал метод «новый час» или по какой-то причине перестала работать дата и время? Для примера я покажу два варианта. В первом варианте мы создадим метод «новый час», а если этот метод уже есть, то добавим в него код. К примеру, в объекте «этот компьютер» у вас не отображается день недели и месяца на русском, а только на латинском, или отсутствуют свойства день, недели и месяца. Что делать? Перейдем в класс Timer, откроем объект ClockTime и посмотрим, есть ли там метод «новый час». Если нет такого метода, то добавим его. Сам код можете скачать по ссылочке в описании. Все значения будут отображаться в объекте «этот компьютер». Теперь проверим. Запустим метод через кнопку «тест» и после перейдем в объект «этот компьютер», где должны появиться день недели, день месяца на русском языке. Во втором варианте мы создадим свой класс, свой сценарий и настроим запуск сценария через cron. Для удобства я создам класс «Сервисная информация» и объект «Время». Теперь создадим сценарий и назовем его для примера «Вычисление дня, недели и даты». Подкорректируем код и укажем путь к классу «Сервисная информация». После запуска сценария все значения будут отображаться в объекте «Время». Значения даты и времени появились. Теперь нужно сделать так, чтобы этот сценарий запускался через какой-то промежуток времени. Сделаем это через модуль cron. В модуле cron добавим задачу и назовем вычисление дня, недели и даты. Напишем комментарий к задаче, выберем категорию и укажем, через какой промежуток времени нужно запускать сценарий. Давайте для примера укажем запуск сценария каждые 6 часов. Я воспользуюсь удобным помощником-генератором выражений cron. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки.